апреля мимо путешествия по Алтайскому краю. За окном плюс 12, мы только что проехали. Чем мы проехали? Мы проехали по Спилиху. Или по Спилиху мы еще не проехали. Короче, мы где-то в этом районе. За рулем у нас сегодня Мишаня. И он едет со скоростью 150 км в час. Шутка. 90 км в час. Штурман у нас Виктор. Я в качестве навигатора. Ехаем прямо. Потом налево. Цель нашей поездки — это озеро Большой Тасор. Вот такие пейзажи у нас за окном. Все поля в воде. Еще довольно много снега, хотя нам обещали, что снега не будет. У нас с собой прям вообще прям куча груза просто. Полный багажник. И еще заднее правое сиденье завалено всякими фотоаппаратами, палатками, спальниками, карематами, всякой подобной ерундой, которая необходима в походе. Без этого будет либо очень холодно спать, либо просто негде спать, негде нечего есть, нечего фотографировать. Соответственно, наш драйвер, водитель, только что обогнал какую-то странную, извиняюсь за выражение, иномарку. Это Виктор. Так, мы едем дальше. Сейчас приехали в Крупцовскую. Так, ну мы приехали на Большой Тасор. Вон оно, то самое озеро. Теперь я за рулем. Мишаня устал. Сейчас мы поедем дальше. Прямо. Ребят, мы только что на Большом Тасоре застряли на Субаре. Но, слава богу, выехали. God bless you. Full HD. Full HD. Да, ребят, вы только посмотрите на это. Это просто жесть. А что мы там натворили? Большое горько-соленое озеро. На юге Алтайского края, на границе с Казахстаном. Знаменитые глины на Большом Тасоре. Разноцветные. Белые, красные, черные, зеленые, синие. Всякие разные. Желто-красная глина. Темно-синего оттенка такого. Черная глина, белая глина, то ли кварц, то ли какие-то другие камни. Дно озера Большой Тасор.
Самое важное в походе – это приготовление ужина. Без этого вообще никак. Сегодня был тяжелый день. Сейчас мы похаваем и ляжем спать. А вот на чем резать, пока не вижу. Вот на этом, там что-то вообще. Вон на соке режь. Его можно ломать. Ломать он грязный, как бы. Это ты был слабший. А в предыдущих этого не получилось. Нет, это не ломаться. Вот на следу походим. Есть. Ну давай назад. А что ты там? Четное число? 6 кусков должно быть. 4. Вот давай еще. Завтра будем уже. Что останется? Так, Миша готовит очень вкусный супчик с тушенкой гречневым. Наваристый запах, просто прелесть. Мы уже ложки облизываем. Уже облизываем ложки. Уже 2 раза облизали. Миша, не томи. Нет, весь не выбрасывай. Ну, вообще-то вот такие куски, мне кажется, надо поменять, оставлять, зачем они? А ты любишь? Ну давай, все, я согласен. А я люблю бутербродик с сыром, с маслом. Кофеечка.